Любите пожрать? Конечно, любите, иначе вы бы не смотрели этот видос. А у меня на пожрать сегодня вот такая шаурма. Не нужно говорить, что я там девочка. Слово некультурное пожрать. Все мы говорим пожрать. Как ты говорила слово кушать? Оно тоже было моветон. Ни для кого не угодишь. Давайте поедим. Вкуснота. Поедим и сразу тройнеть. А как без этого? Как обычно, все сейчас развалится, сломается, но вкус от этого не испортится. Много наливаю, наверное, я всяких кетчупов. Хотя не так уж и много. Буду так с торца есть. Это у меня такой завтрак. Наверное, этот завтрак будет очень сытный. И я, наверное, захочу есть только к ужину. Да. Потому как я намереваюсь съесть обе штучки. Вот во время мукбанга я поняла, либо есть, либо общаться. Иначе, если ты будешь рассказывать о чем-либо, это либо займет огромное количество времени, не меньше получаса. Прям совсем большое количество еды я есть не могу, я потому что я ем, я не знаю, как снимают китайцы или корейцы, откуда это пошло, из Кореи же. Корейцев мы не можем видеть, потому что у них нет видео. В сети у них, по-моему, нет ни тиктоков, ничего у них такого нет. Они не могут выходить в мировую эту. Получается, у них все заблокировано. Сейчас про Северную Корею говорю. Про Южную не знаю. А китайцы там, да. Те вообще все жрут, что к полу не прибито. Ну и наши. Некоторые. Много. Ну, это в основном мужики. Женщины все-таки столько не съедают. Хотя, вон, пираты. Столько едят. Слушайте, а чем занимается человек, если он не работает, не ведет хозяйство, не убирает, не стирает? Ой. Чем он занят? Я понимаю, там домохозяйки дела ведут. У кого-то маленькие дети с маленькими детьми.
У кого-то, если взрослые уже дети и внуки. Они внукам помогают. Я помню, когда я была домохозяйкой много лет назад, я сходила с ума. Но я все успевала просто буквально, не знаю, до обеда переделать. А потом что? Сейчас, конечно, тоже день сурка. Вот на работе. А сейчас на работе, представляете? Хочется уже дома посидеть. Ничего не успеваешь. А чтобы такую работу иметь, где-то занят половина дня, такой мало встречается. У меня у мужа суточная работа. Раньше у него бывали сутки трое, сутки четверо, сутки шестеро. Я говорю, ты там не отдыхался? Ну, нет. Кто на что учился? Но это только у него. Таких работ единица. С учетом того, что ночью он спал всегда. За исключением, конечно, форс-мажоров, ЧП и разного всякого. И тут же, понимаете, оплата труда. Ну, сейчас, конечно, сутки двое. А то и через. Ну тут уж выбирать не приходится. Он всю жизнь такой был. Не быть сутками дома, это тоже надо привыкнуть. Ну, чтобы еще и зарплата соответствующая была, да? Конечно. Уровень оплаты у нас огорчает. Ну, что это поделать? Я говорю, не все бизнесмены. Не все предприниматели. И дано это не всем. Он не так вкусно, что вот сейчас какие поломать, как поломать? Нужно же посидеть. На выходной же. Сейчас.
Можно никуда не торопиться. У меня, как обычно, условный мент. Приберусь потом. Кошка линяет со страшной силой. Она там на охоту вышла. Как всегда, я не успела заснять. Она прям в голос страдала. Ругалась, что не может поймать этого голубя. Ого! Они у нас любят посидеть на кондиционере. Я пипец объелась, аж схватила. Прямо аж живот прилип. Позвоночник. Ой, всем вообще хорошего дня.